Эти кадры еще не видел никто, кроме экспертов. Камеры наблюдения кафе «Сепаратист» беспристрастно фиксируют последние секунды жизни главы Донецкой Народной Республики. Вот подъезжает его кортеж. Охрана осматривает периметр. Первым в заведение входит один из телохранителей, чтобы проверить зал. Только после этого в тамбур идет Александр Захарченко и следом еще один охранник. Тут же раздается взрыв. Александр Захарченко обычно сразу проходил вот в этот угол, где уже горела печка-буржуйка. Можно сразу было попить горячего чаю. А еще на его столе всегда стояла табличка «Стол заминирован».